Как правило, здесь инспектор вас попросит перестроиться. Сейчас мы попробуем. Включаем поворотник. Поглядываем в зеркало. Поглядываем. Кто-нибудь сейчас нас по-любому пропустит. Да, спасибо, дядя. Нас пропускают. Я ему скажу спасибо, а вы так не делаете. Обратите внимание, проезжаем перекресток, смотрим знак справа. Видите? Вам инспектор в этот момент скажет, перестройтесь вправо, либо выбирайте место для остановки. Хорошо. КамАЗ едет, он едет медленнее, чем мы, поэтому мы спокойно, не снижая скорости, смотрим в зеркало, уходим. Все, перестроились. И ни в коем случае здесь мы не останавливаемся, потому что у нас здесь нет перекрестка. Сейчас я вам покажу, где у нас будет перекресток. Далее мы видим светофор, в надежде, что это перекресток, если мы вдруг знак увидели. Нет, это не перекресток, это регулируемый пешеходный переход. Вот. Мы его пересекаем спокойно на зеленый. Слева у нас какой-то есть выезд, но мы не будем считать, что это перекресток, потому что это МКСК, заправка и тому подобное. Далее мы двигаемся спокойненько. Видим впереди светофор. Это у нас пересечение. Что это, улица Большая или Степная? То есть, по крайней мере, с улицей Лазо. Точно врать не буду, что это Большая либо Степная. Местные поймут. Вот. Пересекаем этот перекресток. И уже можно останавливаться. Я не буду, конечно, этого делать. Но вы можете прям останавливаться вот. Вот тут, вот где мы везде едем. Либо с заездом на остановку, в конец остановки, чтобы не мешать и выезду, и автобусу. Вот этот выезд заправки. Ну, так везде можно здесь справа уже останавливаться, по сути.